На PlayStation было очень мало игр в жанре FPS. Нет, сам жанр пользовался спросом и был интересен геймерам, просто так уж вышло, что создание подобных игр для PlayStation было делом очень неблагодарным. Особенно из-за управления. Это сейчас мы привыкли к аналоговым геймпадам, и FPS-ки на современных консолях не вызывают никаких вопросов. Управление идеальное и отзывчивое. А тогда... Тогда мы должны были вытворять такие кандельбоберы, что до сих пор можно смело удивляться, как это не закончилось сломанными пальцами. Основная беда FPS-ок на первой Соньке, кроме корявого иногда абсурдного управления, заключалась в том, что приставка не могла потянуть мощные проекты. Поэтому FPS-ки на первой Соньке выглядят простенькими, и я бы даже сказал упрощенными. Но это было упрощение ради драйва и геймплея. Я сразу же скажу, что такие известные игры и действительно настоящие шедевры, как Quake 2, Duke Nukem и Doom, я выношу сегодня за скобки. Любой уважающий себя владелец первой Соньки имел в своей коллекции эти охренительные игры, хоть и были они качественными портами игр с компа. Да, думаю, и так всем было понятно, что они чудо как хороши, классика не устаревает и не надоедает. Включи любую из них сейчас, и она будет так же хороша, как и тогда. Но все же меня сегодня интересуют другие подобные соньковские игры. Начнем выпуск, как всегда, с подлинных шедевров. На мой взгляд, лучшая FPS-ка на первой Соньке была Medal of Honor Underground. Она обладала уникальной атмосферой, которая поглощала тебя с первой же минуты игры и по-хорошему отпускала только после финальной миссии. Ты в действительности чувствовал себя членом сопротивления в борьбе с фрицами. Удивительное сочетание отточенного геймплея и проработанной атмосферы превратило эту часть Medal of Honor в одну из лучших игр на первой Соньке. Отличная графика, огромное разнообразие миссий, оружия, врагов, событий. Удивительно, но многие современные игры про Вторую мировую войну с обалденной графикой не дотягивают до потрясающей атмосферности соньковского Medal of Honor. И дело тут не в том, что в ту пору мир еще не наелся досыта играми про Вторую мировую войну. Это уже потом появились десятки по сути одинаковых игр наподобие Medal of Honor и Call of Duty, высасывающие все возможные соки из темы Второй мировой. Особенно ужасны высеры, которые выпускались в Польше. Но не будем о грустном. Underground была действительно замечательная игра. Причем именно игра. Большая, объемная, интересная от начала и до конца. Цельное, завершенное, идеальное цифровое произведение, которое оставило огромное количество положительных эмоций. Отстрел не шибко смышленый гитлеровцев разнообразен и интересен. Количество видов оружия тогда зашкаливало. Даже секретная миссия в наличии. Ну а тем, кому было и этого мало, ждали зубодробительные дезматчи. Для первой блейстухи занятие, конечно, не сверхудобное. Разделенный пополам экран чертовски неудобен. Но от этого никуда не пропадало веселье и угар мультиплеера. Слово Medal of Honor Underground была и есть одной из лучших игр не только в жанре FPS, а вообще в целом относится к золотому фонду библиотеки игр на первую Соньку. Ну и вторым настоящим стопроцентным шедевром я считаю игру по фильму про агента 007. И целого мира мало, это удивительный, нет, я бы даже сказал уникальный пример того, что игра по кинолицензии может быть шикарной. Кто бы мог подумать, что полигонная история про британского шпиона окажется одной из лучших FPS-ок на первой Соньке. Собственно, игра по традиции досконально следует сюжету фильма, обильно подчая нас всяческими видеозаставками из целого мира мало. Не скажу, что это был хороший фильм, были в Бондиане получше, но зато он идеально подошел для экшен-игры начала нового века. Спустя многие годы я могу сказать, игра действительно была хороша. Да даже для уровня первой Соньки игра может похвастаться весьма качественными и детализированными уровнями, красивыми локациями, разнообразием врагов и оружия. Геймплей богат на события, в наличии знаменитые шпионские гаджеты, секретные тайные миссии, штурмовые операции — классика. Ну и конечно же забористая клюква про вездесущие КГБ и еже с ним. Стандартный набор для истории о Джеймсе Бонде. Но даже с красной ахинеей играть в нее невероятно интересно. Особенно стоит отметить также и темпоритм игры. Разработчикам удалось создать действительно драйвовый современный шутер на первую Соньку. И самое удивительное, конкурентов у него на этой приставке не было. Так что если вы пропустили эту замечательную FPS-ку, немедленно восполните пробел. Ну вот и пришло время поговорить о недооцененных играх. Про невероятно шикарную Delta Force Urban Warfare я рассказывал ранее, так что про нее вы уже знаете. Мне кажется, одной из самых недооцененных FPS-ок на первой Соньке является игра Alien Resurrection. Кстати говоря, еще один пример хорошей игры по кинолицензии. И на мой взгляд, вся прелесть этой игры также в глубоко проработанной атмосфере. Разработчикам удалось создать некий симбиоз хоррора, клаустрофобии и обычной коридорной стрелялки. Мрачные однообразные техногенные коридоры, обвитые вереницами труб, проводов и вентиляционных шахт, таят за каждым темным углом кровожадную опасность.
ксеноморфы. Чёртовы твари добавляют в игру ту самую фишечку, которая заставляет пройти ее до конца. Честно говоря, на моей памяти только две игры по киновселенной Чужой смогли меня так зацепить. Это Alien Resurrection на первой Соньке и Alien Isolation на Xbox. Между играми пропасть многих лет, но обе игры объединяет отличная хоррор-атмосфера, которая позволяет очутиться в шкуре героя фильмов ужасов. Однозначно это одна из лучших FPS-ок на первую Соньку. По проработанности геймплея и отточенности действия обязательный мастплей. Ах, да-да-да-да-да. Также еще существовала так называемая Alien Trilogy. Еще один шутер про чужих, но он был 100% клоном классического Дума. К сожалению, в нее я играл уже после Resurrection, и ничем зацепить она меня не смогла. Но могу сказать одно, игра достойная для тех лет, поэтому любителям жанра будет крайне полезно к ознакомлению. Кстати, раз мы уже начали говорить о клонах, на первой Соньке, на мой взгляд, были две хорошие недооцененные FPS-ки, вдохновленные старичком Думом. Первая называлась Power Slave, ну и можно сказать одно, это был старый добрый Дум, но в декорациях Древнего Египта. Мумии, пирамиды, статуи башков и исполинские храмы. Полноценный набор для поклонников археологии. Правда, игра очень быстро надоедает однообразием этих самых уровней в Древнем Египте. Не скажу, что они уж все одинаковые на вид, но, честно говоря, особой разницы нет. При нехватке разнообразия действий игра все же может похвастаться неплохим драйвом и местами забористым хардкорчиком. Так что поклонникам подобных игр стоит обратить на нее внимание. Вторая подражательница Дума называлась Dark Forces. FPS в мире Звездных войн? Ну, звучит на самом деле потрясающе. А в те далекие годы, когда видишь подобную игру, можно было испытать чувство, сравнимое с эйфорией. Да-да-да, времена были проще, не было такого насыщения рынка. Конечно, я, как и любой среднестатистический фанат Звездных войн, купил себе эту игру и погрузился в нее, что называется, по уши. Давне не было того залихватского драйва Дума, литров кровищи и угара от резни демонических тварей, но темные силы берут чарующим обаянием своей атмосферой, так схожей с оригинальной лукасовской трилогией. Игра была сложна, интересна и местами дико хардкорна. Dark Forces оправдала все ожидания как фанатов саги, так и сторонних геймеров. И я до сих пор с невероятной теплотой в сердце вспоминаю эту старенькую игру. История про Кайла Катарна и его приключения так ярко ассоциируются со старой доброй оригинальной трилогией, что невольно заигравшись ощущаешь себя частью любимой вселенной Звездных войн. Такие ностальгические эмоции стоят очень дорого. Но теперь пришло время поговорить и о грустном. Я особенно не любил игры с титулом «Радуга 6». На Соньке мне они показались невероятно скучными, да и визуальное воплощение оставляло желать лучшего. Ну, к ним я относился спокойно. Понятно, что они были для любителей жанра, коим я не являлся. Но спокойствие было ровно до того момента, как я купил третью часть из серии. Тут, что называется, бомбануло. Да так бомбануло, что к «Радуге 6» я больше не притрагивался. До того момента, как я начал делать этот выпуск Соньки. Мне все же пришлось вернуться к одной из самых жутких, мерзких и убогих игр, которые когда-либо выходили на первую Соньку. Как вы уже поняли, настал черед поговорить о самой плохой FPS-ке. И назывался этот богохульный выблядок Tom Clancy's Rainbow Six Lone Wolf. Вот такое вот неказистое длинное название для невероятно короткой игры. Она проходится за каких-то 20 минут и оставляет всеобъемлющее тотальное разочарование после себя. Во-первых, все миссии игры происходят в одном заснеженном пейзаже. Зимняя Норвегия — это единственная локация на всю игру. Но даже при таком раскладе разработчики умудрились создать настолько скудную обстановку окружающей среды, что становится очевидно, что они вообще не собирались этого делать. И, возможно, первоначально они хотели создать скалы и снег, а остальное игрок бы сам дофантазировал. Но, видно, все же им стало стыдно, и они наполнили уровни кое-какими жалкими полигонными объектами и невнятными зданиями. Просто посмотрите на эту игру. Это не может быть нормальной FPS-кой на первую Соньку. Тут просто все отвратительно. Эта игра худшая, как в плане графики, музыки, управления и геймплея. Мы достигли дна. И я очень сомневаюсь, что сам Том Клэнси был вообще причастен даже своими фекалиями к сюжету этой игры, ибо сюжета вообще нет. И если честно, он даже не обязателен в такой мертворожденной игре. Но визуальная убогость и отсутствие вменяемой сюжетной линии на самом деле это еще полбеды. То, что творится в самой игре, это настоящий крах. Чтобы хоть как-то растянуть время прохождения в эту срань, разрабы решили схитрить и добавили в игру просто дичайшую сложность. Именно сложность, а не хардкор. Смерть от первого выстрела. Вот как-то так надо было назвать этот высер. Но даже специальные искусственные трудности, созданные разработчиками, чтобы мы переигрывали уровни каждые 2 минуты, не изменяет одного. Это дно, полигонное днище.
И боюсь, что ниже просто некуда, ведь это не набор дополнительных миссий, эта срань продавалась на диски за деньги. Одна из самых жутких, тупых, бессмысленных видеоигр в истории человечества. Ни в коем случае никогда не играйте в это убожество. Ладно, с FPS-ками разобрались, осталось поговорить о рельсовых шутерах. Ну я не могу также в этом выпуске не рассказать про один эпический фейл, связанный с ними. Всякие гаджетовые примочки для первой Соньки также существовали. Вот, например, были на Денди и Сеге световые пистолеты. А что, Сонька хуже? Конечно нет, поэтому и выпустили для нее такой девайс, как световой пистолет Lunar Gun. С настоящим, мать его, лазерным прицелом. Купить его меня сподвигла реклама в каком-то журнале. Мне он показался очень хай-тековским и даже брутальненьким. Дело было сделано и дорогое, и как оказалось, бестолковый девайс был куплен. Почему бестолковый? Во-первых, потому что тогда в продаже я мог найти формально только 5 игр к этому девайсу. И это ничтожно мало. Во-вторых, этот сраный лазерный прицел постоянно отражался от экрана телевизора прямиком точно в мой глаз. И это невероятно бесило и раздражало. Первая рейлгановая игра, которую мне удалось купить для светового пистолета, называлась «Зона 51». Думаю, очень многие наслышаны про всякие городские легенды об этой самой «Зоне 51». Пришельцы, летающие тарелки, Элвис на пенсии. Бреда про это местечко было предостаточно. Игр про эту зону также существовало несколько. Одна из них была рельсовым шутером, который пытался похвастаться драйвом и хардкорчиком, сравнимым с аркадным старшим братом. Ну, я бы сказал, что даже для тех лет игра выглядела трэшовым шапито, и в те далекие годы играть в нее было весело только первое время. Когда от задорной сложности начинаешь частенько всирать, то от угара не остается и следа. Я не играл в версию для игровых автоматов, возможно, она была гораздо лучше, но для первой Соньки это был просто неплохой рельсовый шутер, не более. Второй диск назывался Little Enforcers 1 and 2. Мне повезло найти диск 2 в 1, который представлял собой сборник старых добрых рельсовых стрелялок, знакомый многим геймерам еще со времен старушки Mega Drive. Собственно, игры были невероятно крутыми во времена 16-биток, остались они охрененными на Соньке. Кто играл в эти игры в 90-е, понимают весь кайф. Эх, да, забыл уточнить, Lunar Gun порядочно косячил и частенько стрелял мимо цели. Зато лазерный прицел точнёхенько сжигал сетчатку. Незабываемое развлечение, я вам скажу. Третьим диском мне попался Gunfight, Legend of Jesse James. Сначала я думал, что это как минимум третья часть Little Enforcers. Но эта игра не продолжение, хотя явно пытается примазаться ко второй части с припиской Gunfight. Да и тематика та же самая, что и во второй части. Что я могу сказать про эту игру? Отличная атмосферность сглаживает многие минусы геймплея. Но больше всего раздражает то, что она местами невероятно занудная. Выстрелил, спрятался, ну и конечно же бесит забег на перегонки с таймером. В большей степени Gunfight можно назвать одной из лучших рельсовых стрелялок на первый PlayStation. Правда только потому, что особых конкурентов у него и не было. Последним рельсовым шутером мне попался Resident Evil Survival. Думаю, это была самая качественная подобная стрелялка для первой PlayStation. Да и не просто стрелялка, это же сам великий Resident Evil, только превратившийся в недоделанный клон House of the Dead. К сожалению, Sega не выпустила свой аркадный шедевр на Соньку, поэтому его место попытался занять Тир в мире Обителя Зла. Сюжет, узнаваемые враги и даже крупица атмосферности оригинальной трилогии Обителя Зла в наличии. Что же еще нужно для хорошей игры, скажете вы? Но я отвечу, для идеальности не хватало того, что было в Доме мертвых, отстреливаемых конечностей у зомбаков, разрывающихся бошек, дикого безудержного драйва. Resident Evil Survival слишком увлекается сюжетом и слишком медлителен, а местами откровенно скучен для рельсового шутера. Но все равно, кроме Resident Evil и Gunfighter, лучше рельсовых тиров на Соньку не найти. Так что это две отличные игры, в которые каждый поклонник первой Соньки обязан поиграть, даже если у вас нет светового пистолета. Вся моя попа боль от Lunar Gun заключалась в том, что хитбоксы работали через раз, и насладиться играми для светового пистолета по-настоящему мне так и не удалось. А ведь по тем временам Lunar Gun обошелся мне очень дорого. Жаба могла и придушить за такое. Конечно, рельсовых стрелялок на первой Соньке было достаточно, но, к сожалению, найти тогда их в продаже было трудно, и я рад, что смог поиграть хотя бы в эти игры. Ну что ж, на сегодня 8-й выпуск программы «Сонька» завершен. Не забывайте подписываться на канал и не пропускайте новых выпусков, где вы узнаете о лучших, недооцененных и худших играх на первую Sony PlayStation. До скорых встреч!